Привет всем, ребята! Сегодня мы будем в гараже менять масло в коробке автомат на Subaru Forester 2012 года. Масло будем лить вот такое, марки Volvo Line. Будем менять частичной заменой. Вот какие характеристики. Подходит эта машина для многих машин. То есть это масло для многих машин. Рекомендуется для Ford, Toyota, Honda. Вот здесь характеристики Nissan, Kia. Здесь четырехступенчатый автомат в машине. И это масло вполне сюда подходит. Это хороший вариант. Стоит оно $18. Будем менять частично путем слива и залива. Так. Есть вот такая вот штука, бочечка, куда мы будем все сливать. Я возьму фонарик, подлезу, солью. Здесь у меня набор ключей на столе. Ключ возьмем и вперед. Вот фонарик еще и снизу будем подсвечивать. Ребята, когда меняем масло, обязательно ставим новое колечко. Вот мы ждем, пока оно там до конца сольется все. Еще сливается. Сейчас сольется. Поставим, закрутим болт и будем заливать. Обязательно ставьте колечко, чтобы не пропускало масло. Вот, ребята, купил специально для заливки вот такую вот штучку. Очень удобно. Вытаскиваем щуп. Ложим его в сторону. Вставляем вот эту вороночку. И все. Открываем масло. И будем сейчас его заливать. Заливаем примерно 3,5 литра. И потом проверим, сколько надо. По идее, должно зайти 4 литра. Читал на официальном сайте Subaru, что масло Dextone 3 многие советуют, но его лить ни в коем случае нельзя. Только в качестве масла, которое ты хочешь использовать, чтобы доехать до сервиса или что-то еще, если оно у тебя вылилось. Поэтому, ребята, советую, лейте хорошее масло. Это хорошее масло. Dextone 6. Для разных машин, Toyota, Honda. Цена его в магазине я покупал в Walmart. Цена его $17 с чем-то, плюс налог где-то $20 выходит. $20 не такие ж и большие деньги. Масло я до этого менял 25 тысяч майлов назад. 25 тысяч. Но считаю, что машина моя, я ей собираюсь пользоваться. Считаю, что достаточно 25 тысяч наездил. Можно и поменять. Кто, конечно, будет советовать, что рано или что-то еще. Сейчас заводим машину и на горячую, на заведенную проверяем щуп. Нужно доливать. Я думаю, все и зайдет туда. Я думаю, все и выльется.
сейчас проверяем. Чуть-чуть ниже максимальной отметки. Чуть-чуть. Как раз оно сейчас прогреется, потому что максимальная отметочка на горячую. И все будет отлично. Ну, всем пока-пока. Ставьте лайки. Привет из Америки. Все, ребята, поменяли масло. Все залили. Залили через щуп здесь. Так что пишите свои комментарии, как вы меняете масло. Всем пока-пока.